Семена и рассада малины традиционной скромницы нравятся садоводам благодаря большому размеру кустов и среднему сроку созревания урожая. Растение хорошо ветвится, но при этом не имеет раскидистую структуру. На побегах отсутствуют шипы, хотя очень много крупных темно-зеленых листьев. Благодаря этому ягоды можно собирать безболезненно как взрослым, так и детям. С одного куста можно собрать чуть больше 2 кг ягод. Они имеют плотную структуру, сладкие и ароматные. Садовод найдет им применение в приготовлении варенья, компотов и других рецептов, а также сможет использовать для продажи. Малина – традиционная скромница – это многолетнее растение. Малина прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. Малина – традиционная скромница имеет средний срок созревания. Цвет плода красный. Вкус кисло-сладкий. Обратите внимание, что малина – традиционная скромница, самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.